Горы. Ну почему? Потому что когда-то я первый раз попала в Крымские горы, это в возрасте 50 лет. Когда я поднялась на Скельзи-Бурун и увидела вот то, что облака подо мной, увидела всю эту перспективу, я поняла, что действительно, как говорят, лучше гор могут быть только горы. Я в этом убедилась. Я люблю лес, я люблю небо, море. Но когда вот сочетается вот небо, горы, воздух, это, ну, потрясающее, скажем, впечатление. И вот здесь я увидела горы. Горы очень красивые, очень неожиданные. И, ну, как бы сказать, понятно, мне объяснили, что эта женщина ходила в горы, Мария, и она их видела. И видно, что человек вот не понаслышке, не с картинки сделал эти картины. Это свое впечатление. Это, ну, просто незабываемо. Горы лучше всего. Спасибо вам большое, да, за впечатление. Да, спасибо, до свидания. До свидания.